Всем большой привет, кто не знает, меня зовут Таня, и, кстати, обязательно улыбнись, потому что ты самая красивая. Итак, девчонки, сегодня у нас с вами третья тренировка нашего марафона жиросжигания. Напоминаю, что у нас будет всего 7 тренировок, кстати, 2 тренировки уже вышли, и если ты еще не видела, либо же не видел, то сверху будет подсказка, а также ссылка в описании под этим видео. Итак, сегодняшняя наша тренировка будет на порядок легче, чем 2 предыдущие, она будет больше направлена на пресс и на растяжку. Всего у нас будет 3 сета, эти все 3 сета будут направлены на наш пресс, и также у нас будет растяжка, она будет чуть длиннее, чем в 2 предыдущих тренировках, и мы больше растянем наши мышцы. Ну а если ты готова к сегодняшней тренировке, то я предлагаю не затягивать, переодевайся, не забудь про водичку, и поехали заниматься. Итак, первое наше разминочное упражнение — это ходьба на месте с подъемом колен поочередно. Мы становимся прямо, взгляд у нас перед собой. Из этого положения мы начинаем поднимать наши колени до параллели с полом. Дыхание при этом у нас спокойное. Повороты головы вправо-влево, вперед и назад. Из положения стоя, руки у нас расслаблены вдоль тела, мы начинаем делать мягкие повороты головы. Подъем рук и колен. Мы становимся прямо, руки выпрямляем вверх и начинаем поочередно тянуть каждое колено к груди. Также параллельно с этим мы сгибаем наши руки в локтях и как бы тянемся к колену. Вращение плечами вперед и назад. Из положения стоя мы начинаем вращать нашими плечами. Сначала вперед, округляя спину, затем назад, хорошо сводя лопатки. Вращение прямыми руками вперед и назад. Мы становимся прямо, взгляд перед собой, дыхание спокойное, выпрямляем наши руки и делаем полноценный круг сначала вперед на 4 счета, а затем назад также на 4 счета. Вращение коленями. Мы становимся прямо, ноги у нас сомкнуты вместе, ладошки можно положить сверху над коленной чашечкой. Из этого положения мы начинаем делать вращение коленями в одну сторону на 4 счета, а затем в другую. Вращение ногой стоя. Здесь мы разогреваем наш тазобедренный сустав. Руки у нас расположены на бедрах. Мы начинаем максимально высоко, насколько позволяет растяжка, поднимать ногу, согнутую в колене. Отводим ее в сторону и затем возвращаем на место.
a new adventure. Сейчас мы меняем ногу на левую и также начинаем отводить ее в сторону, максимально поднимая вверх. Для следующего упражнения мы разводим наши ноги шире ширины наших плеч и начинаем опускать наш корпус, поочередно касаясь ноги, затем пола посередине между ногами и затем другой ноги. Затем мы снова выпрямляем наш корпус, затем снова опускаемся и начинаем касаться той ноги, на которой закончили. Повороты для пресса и косых мышц. Ноги располагаем шире ширины наших плеч, но не слишком широко. Руки у нас горизонтальны. Из этого положения мы начнем в стороны поочередно скручивать наш корпус. Взгляд также у нас смотрит в сторону. Наклоны в стороны. Из положения стоя выпрямляем наши руки вверх и собираем их в замок. Ноги чуть шире ширины наших плеч. Это наше исходное положение. Из этого положения мы начинаем поочередно делать наклоны в стороны, максимально себя вытягивая. Упражнение джампы. Для этого упражнения мы становимся прямо, чуть сгибаем наши колени и локти в руках и ногах. Из этого положения начинаем делать прыжки, сводя руки и ноги вместе и затем разводя их в стороны. Наша разминка подошла к концу. Сейчас мы с вами немного восстановим наше дыхание. Мы чуть-чуть нагибаем наш корпус вниз, делаем глубокий вдох, затем вытягиваемся с помощью рук вверх, можно встать на носочки, и делаем хороший выдох. Итак, сейчас у нас будет 1 минута отдыха. После этой минуты у нас будет первый сет. В первом сете у нас будет 7 упражнений по 45 секунд. Отдых между ними 15 секунд. I'm
Итак, первое упражнение в первом сете – это ходьба на месте с захлёстом голени. Из положения стоя мы начинаем ходьбу на месте, хорошо отводя ногу назад и касаясь ею ягодиц. Руки у нас имитируют движение ножницы. Для следующего упражнения мы левую ногу чуть сгибаем в колени, правую ногу прямой отводим назад. Спина у нас прямая, руки у нас вверху прямые. Из этого положения мы начинаем нашу правую ногу подтягивать и подводить хорошо к груди и параллельно с этим опускаем наши руки и касаемся ими колена. Сейчас мы с вами меняем наши ноги. Теперь у нас правая нога будет чуть согнута в колене, а левая нога выпрямлена. И повторяем все те же движения, касаемся руками колена. Следующее упражнение – это диагональные махи ногой вперед с касанием рукой стопы. Руки у нас на бедрах, мы поднимаем одну ногу и параллельно ей рукой касаемся стопы. Затем возвращаем руку и ногу и меняем их на другую. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad. Для следующего упражнения мы левую ногу сгибаем в колени, а правую отводим прямую назад. Руки у нас расположены за головой. Из этого положения подтягиваем правую ногу к груди, хорошо напрягая мышцы пресса. Oh,
этом упражнении мы меняем наши ноги. Теперь у нас правая согнута в колене, а левая отведена прямой назад. И начинаем подтягивать ее к груди. Заключительное упражнение – это выход в планку плюс прыжок в планке. Из положения стоя мы опускаем наш корпус и руками двигаемся по коврику, пока не перейдем в положение планка на прямых руках. Из положения планка на прямых руках мы делаем прыжок ногами в стороны и затем возвращаемся в исходное положение. Итак, первый сет подошел к концу. Сейчас у нас, как обычно, 1 минута отдыха. Можно попить водичку, походить по комнате, и мы будем приступать ко второму сету. Первое упражнение – это классические скручивания. Мы ложимся на пол, поясницу хорошо фиксируем, она не должна быть у нас прогнутой, ноги сгибаем в коленях, руки располагаем за головой и из этого положения делаем скручивание. Следующее упражнение называется «Сотня». Мы ложимся на коврик, поясница у нас зафиксирована, ноги согнуты в коленях, пресс напряжен. Из этого положения мы выпрямляем наши руки и держим их на весу. Также держимся за счет пресса, а не за счет мышц шеи. Следующее упражнение – это султанчик с выпрямлением ног. Мы ложимся на спину, руки у нас слегка заведены под ягодицы, взгляд перед собой, ноги согнуты в коленях.
Из этого положения мы начинаем тянуть груди наши колени, слегка разводя их в стороны. Затем смыкаем колени вместе и выпрямляем их. Следующее упражнение – русский твист с касанием пола руками. Мы садимся на коврик, ноги приподнимаем и держим их полусогнутыми на весу. Также спина у нас немного отклонена назад. Из этого положения мы начинаем слегка скручивать корпус и касаться рукой пола. Планка на прямых руках с подъемом ног поочередно. Мы принимаем положение планки, у нас тело должно образовать прямую линию, а ладони находятся строго под плечевыми суставами. Из этого положения поочередно поднимаем вверх каждую ногу. Следующее упражнение – касание носками пола из положения лежа. Мы ложимся на пол, руки у нас за головой, слегка корпус приподнят, пресс напряжен. Из этого положения мы начинаем поочередно касаться пола носками. When I'm old and losing sight, carry me home all through the night. I need your love, I need your light, like city lights and satellites. When I'm old and losing sight, carry me home all through the night. Косые скручивания. Мы ложимся на спину, поясница у нас зафиксирована, ноги согнуты в коленях. Руки расположены за головой. Из этого положения мы начинаем приподнимать наш корпус, скручиваться и рукой касаться противоположной ноги. Затем возвращаемся в исходное положение и меняем руку. When I said to you we would never grow old, messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Итак, я тебя поздравляю, второй сет подошел к концу. Сейчас у нас 1 минута отдыха, и мы приступаем к третьему сету.
Мы приступаем к третьему сету, и первое упражнение – это скалолаз. Мы принимаем положение планка, тело образует прямую линию, и из этого положения мы начинаем динамично подтягивать поочередно колени к груди. Следующее упражнение – это обратное скручивание. Мы ложимся на пол, поясница у нас зафиксирована, руки слегка можно подложить под ягодицы. Из этого положения мы поднимаем наши ноги вверх, чуть-чуть приподнимая таз, тянем колени к груди. Затем возвращаем ноги в исходное положение, держа их на весу. Также, чем ниже вы опускаете ноги, тем вам будет тяжелее. Велосипед на локтях. Мы ложимся на коврик, затем делаем упор на локти. Из этого положения мы поднимаем наши ноги, держим их на весу и имитируем движение, как на велосипеде, как будто бы мы крутим педали. Сначала одну ногу выпрямляем, а другую ногу, согнутую в колене, подводим к груди и затем меняем их. Упражнение книжка. Мы садимся ягодицами на коврик, упираемся ладонями в пол. Ноги поднимаем и держим их на весу. Затем начинаем тянуть наш корпус и колени вместе к груди, чтобы они соединились. И затем отводим наш корпус назад, а ноги выпрямляем. Боковая планка с подъемом таза. Мы принимаем положение боковой планки, делаем упор на локоть левой руки. Также, если вы хотите, чтобы вам было немного легче, то вы правой рукой можете держаться пола, так вам будет немного легче. Но если вы хотите сложнее, то правую руку держите на бедре. Из этого положения мы начинаем поднимать наш таз до параллели с полом, а затем опускать его. Life.
sleepless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Сейчас мы с вами будем менять сторону. У нас опорная рука будет правая, левая у нас придерживается пола. И мы начинаем из положения боковой планки поднимать наш таз. Подтягивание коленей полусидя. Мы садимся на ягодицы, ноги выпрямляем, руки в замок перед собой. Корпус слегка склонен назад. Из этого положения поочередно тянем каждое колено к груди. Итак, я тебя поздравляю, ты сделала все 3 сета, ты большая молодец. Сейчас ты отдыхаешь 40 секунд, и у нас будет небольшая растяжка. Первое разминочное упражнение – это наклон с поднятыми руками в замок. Мы становимся прямо, ноги у нас на ширине наших плеч, руки собраны сзади в замок. Из этого положения мы наклоняем наш корпус, можно чуть ниже с параллели с полом, и также руки пытаемся завести за голову. Растяжка бицепса бедра и подколенных сухожилий. Мы левую ногу выставляем вперед прямую. Правая нога у нас расположена чуть сзади и слегка согнута в колене. И начинаем тянуться к левой руке выпрямленными руками. Также можно слегка надавить на коленку, но совсем немножко, чтобы просто усилить эффект. Сейчас мы с вами меняем ногу на правую, левая нога у нас согнута в колене, и мы начинаем также тянуться к правой ноге, можно слегка попружинить или же надавить на коленку. Наклон в полушпагате. Мы расставляем наши ноги максимально широко и пытаемся тянуться руками пола. Можно немного пружинить.
Следующее упражнение – боковой выпад. Выпад будем делать на правую ногу, поэтому правую ногу сгибаем в колени, левую ногу выпрямляем как можно дальше от себя. Руки в замок перед собой. И начинаем статистически задерживаться в этом положении. Можно слегка попружинить. В следующем упражнении мы меняем нашу ногу на левую, левую сгибаем в колени, а правая максимально вытянута в сторону. Присед сумо в статике. Мы расставляем наши ноги максимально широко, также носки у нас смотрят в стороны, спина прямая. Локтями мы упираемся в наши колени и максимально разводим их в сторону. Задерживаемся в этом положении, можно слегка попружинить. В следующем упражнении мы будем делать наклон к ноге, стоя на колене. Выпрямляем левую ногу, упор делаем на колено правой ноги. Из этого положения мы стараемся дотянуть наш корпус до левой ноги. Если вы не дотягиваетесь до пола, вы можете использовать блоки для йоги. Если же дотягиваетесь, то делайте небольшие пружинки. Сейчас мы с вами меняем ногу на правую, правая нога у нас выпрямлена, а левая нога согнута в колени, и также делаем небольшие пружинки. Следующее упражнение – поза верблюда. Мы становимся на наши колени, руки располагаем на бедрах, делаем прогиб и смотрим вверх. Прогибаем хорошо нашу спину, голову слишком назад не запрокидываем. Следующее упражнение – собака мордой вниз. Мы начинаем тянуть наш таз вверх, выпрямлять колени и локти. Вытягиваем спину от копчика до шеи в одну прямую линию. Следующее упражнение – наклон в позе бабочки. Мы принимаем положение поза бабочки, смыкаем наши стопы вместе, ноги разводим широко. И начинаем из этого положения тянуться руками вперед, наклоняя корпус.
Подъем ноги к груди лежа. Мы ложимся на спину, левую ногу сгибаем в колени, а правую ногу выпрямляем и обхватываем голень руками. Из этого положения легкими пружинами начинаем подтягивать правую ногу как можно ближе к себе. Лопатки стараемся не отрывать. Сейчас мы с вами меняем наши ноги, правую сгибаем в колени, а левую тянем к себе. Старайтесь в этом упражнении не отрывать ваши лопатки от пола, зафиксируйте их. Если же не дотягиваетесь до голени, можете взяться за ногу чуть ниже. Setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to Следующее упражнение называется «Поза ветра». Мы сгибаем наши ноги в коленях, обхватываем их руками и тянем к себе. В этом упражнении расслабляемся и восстанавливаем наше дыхание. Итак, красотка, я тебя поздравляю, ты сделала третью тренировку нашего с тобой марафона, и ты большая молодец. Встретимся на следующей тренировке.